Сергей Миняйло с делегатами Петербургского международного экономического форума почтили память жертв бесланской трагедии. Они возложили цветы к памятнику детям Беслана. Его открыли в Санкт-Петербурге возле храма Успения Пресвятой Богородицы в августе 2007-го. Каждый год у мемориала проходит траурный митинг. Петербуржцы возлагают цветы в память о заложниках, погибших при захвате школы в Беслане в 2004 году. Сергей Миняйло также возложил цветы к памятнику воинам, погибшим на Кавказе.